23:30. Patruliai kartu su dainininku Pauliumi Stalioniu vyksta tramdyti namuose įsisiautėjusio jaunuolio. Не дай, третий день, вот ходит все, бухает, за что? И пристал, дай закурить, дай закурить. Я говорю, не имею. Дайте, я говорю, мне отдыхать. Дайте, мне отдыхать. Артур! Что? Мне, знаете, отдыхать дайте. Надо, вставать рано, знаете, на работу. А этот вон, ну, молодой, знаете, у него. Ему надо лечиться. Он как выпьет, все, ножи, топоры брать, тут ходит, я тут всех бью, то-то-то. Снимают, короче, дуры. Ну а что ты герой? Но. Да ну нафиг. Ну а что? Ты такой герой? Раз, смотри. Но. В футбол поиграем. Я не знаю, ну покой не дает. Ну говорит, Артур, ляж, покушай, ляж. Нет, он начинает. Мы. Vaikinas akivaizdžiai įžulus ir neduoda ramybės namiškiams. Artūra, tai nechočiš užspakojits, lažyti spat? Jis spakoju, jis spakoju. Nu, gavarėt, šito tak nebūla. Ну что я? Да ладно, поеду с вами, если он. Если хочешь да, покататься. Вот так вот. Светильник валит, светлячок, да, нормально, да? Pareigūnai akiplėša futbolo aistruolį, veža į komisariatą. Žodžiu, našlaitis, bet vat močiutė priglaudusi su seneliu, kaip suprantu. Saugo žmogų, kad visai nenukristų nuo bedugnės krašto. Vilnių.